За 8 тетрадей и 10 альбомов для рисования заплатили 4560 рублей. Во время распродажи цена на тетради была снижена на 25%, на альбомы на 10%. И такая покупка стала стоить 3780 рублей. Найдите первоначальную цену каждого вида товаров. Для начала сделаем рисунок. Было куплено 8 штук тетрадей и 10 штук альбомов. Пусть стоимость тетрадки это x, стоимость альбома y. Тогда стоимость нашей покупки первоначально будет 8x плюс 10y, что даст в итоге 4560 рублей. Для тетради нам дали 25% скидку. Найдем скидку. Это будет x разделить на 100% и умножить на 25%. В результате получится 0,25x. Тогда стоимость тетрадки будет вычисляться как первоначальная стоимость минус цена скидки, то есть 0,25x. Посчитав, получаем 0,75x. На альбомы дали скидку в 10%. Найдем эту скидку. То есть y надо разделить на 100% и умножить на 10%. Это получится 0,1y. Найдем новую стоимость альбома. У нас получается начальная цена была y минус скидка 0,1y. Получается 0,9y. Тогда у нас получается следующее. Стоимость тетрадки это 0,75x. Стоимость альбома это 0,9y. Тогда сумма покупки будет складываться. Из 8, умноженная на новую стоимость тетради, это 0,75x, плюс 10 альбомов по стоимости 0,9y. По условию сказано, что сумма покупки будет 3780 рублей. Упростим, перемножим. 8 умножить на 0,75x получается 6x, плюс 10 умноженное на 0,9y, это будет 9y, равняется 3780 рублей. Перепишем первое уравнение, которое у нас было. Это 8x плюс 10y равняется 4560. Это 4560 рублей. У нас получилась система из двух уравнений с двумя переменными. Она имеет решение. Преобразуем нашу систему. Разделим первое уравнение на 3, а второе выражение на 2. Тогда у нас получается 2х плюс 3y равняется 1260. Второе уравнение. 4х плюс 5y равняется 2280. Выразим из первого уравнения 2х. 2х равняется 1260 минус 3y. Подставим 2х во второе уравнение. 4х мы представим как 2 умноженное на 2х. А 2х это 1260 минус 3y. Плюс 5y и равняется 2280. Решим это уравнение. Для начала раскроем скобки. Получается 2520 минус 6y плюс 5y равняется 2280. Перенесем 2520 через знак равенства, а y сложим. Получается, минус y равняется 2280 минус 2520. Тогда у нас получается минус y равняется минус 240. Тогда y равняется 240 рублей. Найдем x. Для этого воспользуемся уравнением со звездочкой. Тогда у нас получается, что x равняется 1260 минус 3y, деленное на 2. Подставим сюда наше значение. x равняется 1260 минус 3, умноженное на y. y равен 240. И все это разделить на 2. Посчитав, получаем 270. Запишем ответ. Стоимость тетради это x. x равен 270 рублей. Стоимость альбома это y. y равен 240 рублей. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.